Друзья, этот день настал. Я наконец-то целенаправленно иду в купальники не просто позагорать, а в надежде на то, что все-таки искупаюсь и окунусь. И я хочу показать пляж мой. Никого нет на пляже. Я сегодня буду в одиночестве загорать. И, может быть, в одиночестве буду для вас заходить в это морюшко. О, а я вам хочу сказать, что в районе Жемчужины России уже и людей прям много на пляже, и многие в воде. Короче, я точно решусь. Осталось только найти чистую воду. Так, вода, ну, холодная, что я хотела ожидать-то. Зато тут мелководье, можно походить и показать чистую воду. Видите, прошла вот оттуда, вот где человечек идет, там еще грязно, а тут уже чисто. Визуально даже видно, да, насколько я далеко отошла, и я все вот, вот, вот как-то так. Я же смогу. Ой. Не могу собраться силой воли, я уже, в принципе, намочила трусы. И было бы глупо не намочиться полностью. Все, самое страшное позади. Ну, единственное, что радует, что вода пока еще более-менее чистая. Я бы, конечно, камеру там, но боюсь, что я ее намочу. Сезон открыт. Друзья, вы точно будете в шоке. Здесь реально чистое море. Наичистейшее море. Сейчас я, не боясь, кину лягушку. Сегодня нет больших волн, так что я ее сегодня... Точнее, зеленую рыбку. Какое сегодня чистое море, представляете? Лепота. А еще здесь Мальдивы сегодня настоящие. Посмотрите, какая панорама. Ой, да. А давайте я с ней пойду купаться. Почему бы нет? Побежали плавать.